На открытии выставки, которая прошла 5 марта, буквально яблоку негде было упасть. Посмотреть на творчество соседей пришли и местные жители, и сами мастерицы рукоделия. Выставка подготовлена участницами женского клуба «Моя семья». Основные участники, конечно, как местные жительницы поселка Петровская, их 12 участниц, 7 участниц горок Ленинских, деревни Горки, и участница одна деревни Калиновки. Экспонаты здесь самые разные, с первого взгляда не всегда поймешь особенность той или иной вещи. Например, вот эта чайная пара – пряники, то есть эту посуду натурально можно съесть. А вот эти магические скульптуры – мыло. Главное правило выставки – все должно быть сделано своими руками. Например, Ирина Капитонова показала свое мастерство вязания. Увлечение возникло с советских времен, со школьного возраста. Был дефицит всегда во что одеться. Так что нас родители всех приучали шить, вязать, чтобы это можно было носить. Вот, поэтому первый свой костюм вязаный, юбку, кофту я связала в 3 классе. Всего на выставке представлено более 100 работ. Помимо весьма необычных, есть и традиционные. Картины, написанные маслом, в технике алмазной вышивки, образцы прикладного искусства, тряпичные куклы. Некоторые участники представили сразу несколько экспонатов. Мария, ну я гляжу, у вас здесь сразу несколько работ. Скажите, в какой технике эти работы, и как я понимаю, вам эта техника очень нравится? Крестиком и бисером вышивать. Как много уходит времени на одну работу и много ли материала? На большую картину 3 месяца где-то выходит. На маленькие недель-2. Выставка организуется в 3-й раз и стала уже традиционной. Организаторы отмечают постоянный рост интереса к ней как со стороны зрителей, так и со стороны мастеров. Уже сейчас на участие в следующей выставке подано несколько заявок. В 2019 году, когда первый раз мы проводили эту выставку, у нас было всего 8 участников. Всего 8 участников и только из поселка Петровского. И было представлено работ значительно меньше. Сейчас их порядка 100, то тогда было представлено работ, может быть, около 30. Об одном жалеют организаторы, что выставка длится не более недели, ведь для многих мастериц их творчество еще и способ заработка, а клиенты ждать не будут. С другой стороны, через год мы увидим еще более интересные и необычные экспонаты. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.